этом году в муниципалитете намечен большой план работ в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В частности, будут отремонтированы дороги в 7 дворах округа и приведены в надлежащий вид 3 народные тропы. Сейчас в отделе благоустройства администрации Ленинского округа активно ведутся работы по подготовке документации. Выйти непосредственно на объекты планируется весенне-летний период. Все они получат новый облик с учетом современных требований к оснащению и безопасности. Это замена асфальтобетонного покрытия там, тротуаров, проездов внутриквартальных, естественно. Это у нас озеленение, то, что туда входит, замена урн, лавочек, освещение. Развилка Новодрожжино, поселок Володарского, видное. Благоустройство затронет разные уголки муниципалитета. Адресный перечень формируется с учетом пожеланий жителей. Чем активнее пользователи на портале «Добродел», тем больше шансов на изменения. На портале «Добродел» существует голосование, то есть оно рассчитано там на 3 года. Каждые 3 года оно меняется. То есть мы можем сходить каждые 3 года и подавать новый адресный перечень всей любой там дворовой территории. И, соответственно, все жители могут голосовать не только за свою дворовую территорию, а также там за соседнюю, допустим. Также в этом году обустроят 3 так называемые народные тропы. От домов 68 и 78 по ПЛК до 30-го дома на Советской и 2-го в развилке у автобусной остановки «Храм» и у школы. Протяженность каждой тропы более 200 метров. Теперь пройти здесь пешком станет гораздо комфортнее. Будут сделаны абсолютно с нуля новые пешеходные коммуникации с бордюрным камнем, с, естественно, с выложенным нормальным асфальтным покрытием. То есть это будет облагороженные нормальные пешеходные уже коммуникации. Напомним, что работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Цели его амбициозные – улучшение городской среды в 1,5 раза к 2030 году.